Всем привет, с вами Уордик. Сегодня мы продолжаем играть в Танк Варфейер. Мы сегодня будем идти до какой-то там машины. Я уже не помню, какая часть. Наверное, 11-я. Мы поехали. Что мы в этой серии делали? В прошлой серии я заблокировал вот эту штуку, и я на ней покатался, я поездил на ней. Мне она очень сильно зашла и понравилась. Это первые просто бомбические ощущения были. Но я уже обнаружил минус, то что этой штуку можно законтрить какими-то быстрыми машинками. Конечно, да, пулемет есть, он очень быстро вращается, ну вот смотрите. Но этого, к сожалению, недостаточно. Так, ладно, давайте. Давайте сейчас куда-нибудь. Съездим. Куда? Ну ты надоедливый. Нет, ну бляха-муха, я промахнулся, за что? Ты мы двое, он меня не видит, серьезно? Ладно. Снесло башенку. Ну, дамаг у этого танка такой зачетный. Можно сказать, ваншотер. Опа, есть. Дамаг имеется. 3, 2, 1. И ты не живешь. Пам! Так, теперь едем сюда. Кстати, смотрите, какой у меня сервер. Я просто, мне кажется, я зачарован на везение. Потому что у меня тут сейчас очень такой хороший сервер. Я в плане того, что ты тут очень просто нубовые игроки играют. Просто очень. Ух ты, хорошо. Ну, нормально, пока что отыграли. Пока что отыграли мы нормально. Ник Лимонов какой-то. Так, есть у нас какой-то... О, да. Есть, покупаем. Одеваем. Ага, мы одели. Все-таки праздник праздником, но все-таки Рипер я куплю. Потому что Рипер это сам по себе самый лучший трейсер. Если сейчас будет карта, где разрушены дома, я не знаю. Я просто... Фух, хотя бы ты это. Спасибо за это. Фух. Так, ладно, давай. Поехали. Я сейчас просто буду снайпить их. Так у нас команда, кстати, без меня. Если то, она бы, мне кажется, этих вынесла. Так, как-то чел танк поменял. Мне кажется, вынесла бы. Ну, а с такой штукой, конечно, блин. Каждый раунд будет выигран. Угу. Просто сейчас будем смотреть и наблюдать, где будут наши гости появляться. Что-то, знаете, и вообще никого нету. Просто никого. Вообще никого. Все начали туда наступать или что? Подождите, где все? Опа, я думал, спалился там кто-то. А где все вообще? War Thunder and World... Скомбинировали War Thunder и War... И это, World of Tanks. Это не реклама, потому что если бы реклама, я сказал, лучший там какой-то супер шутер, где есть все танки и все вот это все в этом роде. Это же, конечно же, какой-то там Сран Тандер. Хотя я сам не играю в него.
Вне камеры. Так. Блин. Ты меня бесишь. Бесишь. Опа, хорошо. Так. Никто не будет уезжать. Тут какие-то челики, наверное, два каких-то брата или кого. У них это скины одинаковые. В красной команде красные, в нашей черные. Откуда? Где шьет? Где шьет? Где шьет? Откуда? Откуда он реально? А, вон ты стреляешь. Голубчик. Ну, конечно, тяжело против стальки-то людей играть. Так, минус один. Так, где минус... Он меня палит, он меня палит, он меня палит, он меня палит. Он меня жестко запалил. Фу, давай, пожалуйста, чинись, только быстрее, как-то. Не, я, походу, умер, да? Не знаете, почему так его иногда рассматриваю? Чтобы потом его построить. Build a boat for treasure! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я просрался. Я не молодец. Я лошара просто, я лошара... А, не, меня не тот убил. Ну ладно, это не так хотя бы обидно. Если меня начнут убивать, если начнут убивать на этой штуке, я возьму тяжелую артиллерию. Это не вся моя мощь. Я на этой штуке еще, ну, давно, не слишком-то давно играю. Поэтому я на ней толком, ну, еще не умею играть. Но хотя на ИСУ я играю просто прелестно. Хоть я не знаю почему, хоть эта штука объективно должна быть лучше. Сейчас кто-то домой улетит. Бим. Блин, патрон просрал. Так, ладно. Едь же на точку, блин. Да где? Откуда? Откуда Валя? Опа, я заметил. Я тебя понял, братан. Я тебя понял, братан. Я тебя понял. Опа, по... Кстати, хороший мув был только что. Не поворачиваемся задом. Лучше так стоять и его дамажить, чем это задом поставляться. Потому что задом больше урон проходит, намного. Опа, я тебя понял. Я тебя понял. Перезарядка, ладно. Ну, хотя бы тут пулемет, извините меня, неплохой такой, 100 патронов. А 100 патронов, это тебе не хухры-мухры. Опа, он не настоял на починочке. Это уже была фатальная ошибка. А, стоять не убежишь. Давай, 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 давай. Тихо, тихо, тихо. Сейчас я тебя и тоже. На. Не-не-не-не-не. Хорошо скрылся. Хорошо скрылся, кстати. Еще более-менее тихо, тихо, тихо. На! Вот это уже мне нравится. Так, ладно, я очень рисковый. Я очень рисковый сейчас. Я сейчас стал на починку. Но мне кажется, сейчас никого не надо будет, потому что сейчас все точкой Б заинтересованы. А этот танк сейчас думает, мне кажется, знает инфу, то, что я здесь. Мне кажется, что он может сейчас ко мне ехать и пикать меня. Но он-то меня сильнее, это, опа. Как-то тут надо так встать. Опа, я тебя понял. Тихо, 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 тихо. Главное то, чтобы тот не убил. Потому что тот будет... Блин, я не успел убить. Обидно, капец. Надо как-то его... Вот, кстати, а чё они лучшие командиры? Я не понял. Какие-то скины, если честно, не очень. Слишком какие-то похожие сливаются. Окей, окей, я вас понял, ребята. Хеллкэт сейчас просто всех
уничтожит. Нифига, смотрите, как мне повезло. Посмотрите, какие левелы вкусные. У-ля-ля. Посмотрите просто. Плиз рандом. А-а-а, проголосуйте. Ай, блин. Ай, ладно. Ладно, ладно, ладненько, ладно. Поехали. Поехали. Экипаж просто в шоке сейчас будет, потому что такой агрессивности никто не ожидал. И карту эту я не очень долюблю, потому что с точек могут настолько, ну, по крысячи стрелять. О, и держи точечку, молодец. Я пойду их прям просто присану. О, 37-й зашел. На это, на длинноносый. Две не... Эй, а чё я тебя не убил? Алло, давай, давай, давай. Эй, оп, хорошо. Опа, тихо, 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 едет, едет, едет. Приманочка сработала. Опа, приманочка. На! А это тебе уже не как пулемёт, как у этого. У АМХ-а. Опа, тихо. Ассист, килл. А, я за это получила. Так, 123. Фига! А, блин, тайм 93. Сам ненавижу эту машинку, честно. Самая такая не очень машинка. Да и тем более она токсичная, так скажем. Я на вот этих быстрых, ну, маленьких не играю особо, потому что, ну, блин, ну, это слишком как-то западло. Я играю только на танках или САУ. Не вижу этой машинки даже 53-й. На, 93-й. Чё, да стой, обрати на меня внимание. Да блин, я пальму повалил. Фу. Но я сейчас тебя пулеметом добьем. А. Я раньше думал, что вот эта штука — это глушитель. Глушитель на танк. Видели вы бы, как выглядит глушитель на САУ? Это очень интересно. Где? Я не вижу вообще никого. А тут вообще никого нету. Только говорю, что никто не едет, уже все летят. Опа, скрылся где-то. Мне это уже не нравится особо. Чинится, чинится где-то. Лупи, давай! Если там никого нету. А, его убили уже, ё-моё, я там переживаю. О, летит обратно. Опа, так такие машинки щелкаются. Хелкет делает вещи. Нигде никого не вижу. Ладно, давайте спустимся к
народу, так скажем. Блин. Еще и хп HP. Давайте тут попробуем сейчас в кустах. Не знаю, что, конечно, с этого выйдет. Опа. Что, никого нету? Почти никто это, не это. Ого, тут кусты, смотрите. Опа, и просто Хелкет скрывается в них. Ну? Я хочу постреляться, в конце концов! Ну реально! Ну где все? Ну где все? Я хочу стреляться, где все? Алло, машинка маленькая, как там? Не знаю. Какой-то эмоиз. Пожалуйста, ну где вы? Я опыта так не смогу набить. Да блин. Where is Red Command? Я в недоумевании. Я слишком понадеялся. Все в гараже, что ли? Да не может такого быть. Ни единого! Я хочу хотя бы кого-то встретить. Опа. Я вижу в Тио-чате, то, что там, ну... Как, там идут кивы? Что, ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Это была самая странная серия по Танк Варфейру, где я не мог найти почти никого. Просто в игре пусто было, реально. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.